Радушием и богатым угощением костромичей в минувшую субботу порадовали вахмичи и волгореченцы. В парке на Никитской прошли творческие презентации этих муниципалитетов. Эгегей, народ честной да удачливый, на нашу ярмарку поворачивай! На презентации представители муниципалитетов не только рассказали о себе и своей малой родине, но и показали, чем они гордятся. Так Вохамский район представил на ярмарке свои знаменитые сыры, мед, хлебобулочные изделия, травяные чаи, а также украшения из природного камня, поделки из бересты, банные веники. Жители самого молодого города области Волгореченска привезли на праздник осетров и икру, сувениры ручной работы, матрешек и домовят, а также детский трикотаж. Также вахмичи и волгореченцы провели для жителей областного центра мастер-классы по плетению из лозы, резьбе по дереву, бисероплетению. Любой желающий мог научиться вязать крючком или создавать букет из конфет.